Рабочая группа была создана распоряжением мэром по изучению вопроса развития социальной и транспортной инфраструктуры в районе Гагаринского плато. Данная рабочая группа была создана по инициативе граждан, которые проживают на данной территории, плюс выступила одним из инициаторов, это депутат городского совета Асаулина Светлана. Задачи достаточно сложные, достаточно непростые. В первую очередь это понимание выезда и заезда на саму территорию Гагаринского плато, необходимости заезда беспрепятственного машин, осуществляющих срочное медицинское обслуживание наших спасателей, и не дай бог такой необходимость возникает. И вопрос, касающийся обеспечения жителей данного микрорайона детскими садиками и школами. На сегодняшний день группа уже провела первое совещание. Есть уже первые результаты, понимание дальнейших векторов движения в решении этих вопросов. Мы договорились, что как минимум раз в две недели мы будем встречаться. У нас следующая встреча намечена на 20 числа сентября. И до 10 октября, согласно распоряжению мэра, если мы найдем все точки соприкосновения с инициативной группой жителей, ему будет доложено о результатах работы и пути решения данных вопросов.